Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Луны Тюнес. Ну что же, забираем все, что здесь у нас. Насобирали мои персонажи. Ну что ты, Фогр, ё-моё. Смотри, какой жадный, не хочет отдавать, а. Ладно. Так, тут мы получили. Свинья, давай-ка тоже мне делись своими подарками. Так, и у нас, ребята, ящики. Конечно же, будем их открывать. Что выпадет? Ну, давайте мне опыт. Ага, отлично. Три большие бутылочки, это хорошо. Следующий сундук у нас где-то здесь. А почему нет-то ничего? Странно как-то, а? Ну-ка, куда ты там побежал? Опачки, что это такое у нас? Ну, зашибись. Четыре карточки получили. Ну, меня это устраивает. Ага, здесь у нас сундучок. Давайте-ка вскроем. И что мы тут получаем? Ну что ж, довольно неплохо, я считаю. Хо-хоу. Даже очень хорошо. Фогр, ты отдашь мне все-таки или нет? Ты посмотри, не хочет отдавать. Наконец-то. Наконец-то он решил мне отдать. Так, и здесь, по-моему, да, у нас сундук. Или здесь его нету? Странно. Ладно, давайте заберем ежедневные цели. Так, 15 мы сюда прибавляем. И это у нас будет 83. Что ж, это хорошо. Мы можем с вами, если что, открыть какой-нибудь сундучок. Так, ну и что же, давайте зададим опять задание нашим персонажам. Так, здесь я. Потом вот тут. Отлично. Противогаза еще, кстати, ни разу не было. Не выпадал он, к сожалению. Так, подожди, при чем здесь банк? Банк мне сейчас не нужен. Ух ты, духи. Давай, иди-ка. Делай задание, выполняй. Так, давай-ка вот этого, наверное, кота. Фотографа. Так, и еще мы можем дать одно задание. Это будет у нас Пигги, который будет искать друзей. И еще одна ежедневная цель. Забрали. Ну что же, вроде бы все. А что у нас тут по сундучкам? Давай мы сюда назначим, а награды защитников заберем. И еще... А, да-да-да, я же забыл, надо назначить и выставить еще охрану. Конечно же, как я все время забываю про это дело. Ну что же, так, подожди, а что тут опять? Ага, как это мы золотой сундучок этот упустили? Ничего себе. Ну-ка давай, показывай мне. Деньги, опыт, листья, гидрант, магнит. Забираем. И я сейчас хочу немножечко проапать каких-нибудь своих персонажей. Вот только каких? Я думаю, что, наверное, нам стоит с вами... Где у меня свинтус? Вот он. Мне нужно его поднять по левелу. Так, 16-й. 17-й-то он однозначно у меня получит. Давайте полностью все вольем в него. Будет 17,5, так скажем. Замечательно. Шикарно, я даже сказал. Ну, а теперь... Ух ты, еще одна ежедневная цель выполнилась у нас. Соточка. И теперь можно смело уже идти сюда. Так, давайте мы с вами... А что, если нам попробовать вот этого вот завалить? Получится, нет, как думаете? А ну-ка, давай-ка мы с тобой потягаемся. Ага, потягаемся. По-моему, ни шиша не выйдет у нас. Фогр у него, а? Двухзвездочный причем. Тогда и мы поставим тоже Фогрна. Так, в принципе, я не намного-то и отстаю. Давайте попробуем. Как говорится, кто не рискует, тот, вы сами знаете что. Ну, а мы будем пытаться разбомбить. Так, подхил у меня есть, защитник есть. Будем пытаться. Он сейчас будет стопудово на себя вешать всякие плюшки, но нам
Давайте, наверное, начнем с бойскаута. Меня немножко нервирует. 101, отлично. Что он там делает? Повышение атаки. Бабка, ну хватит уже. Понижает атаку, да? Точно, понизила атаку моим героям. Да какого лешего-то? Я же сказал кота. Бабка, ты чё, припухла? Она на себя сделала провокацию, ребята, понимаете? Теперь я могу бомбить только бабку. Хорош. Ёлки ты палки. Чё тут происходит? Вы посмотрите. Так, Фогрн, давай тогда сделаем тебя вот так. Нет, 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 нет. Чёрт подери, что тут происходит? Бабка, ты посмотри, как она отхилилась. Ну-ка. Так, замечательно. Да, боюсь, я здесь проиграю, ребята. Оу! Так, он сделал на себя провокацию, этот Фогрн. Черт, довольно сильные персонажи у него. Все, конец моему Фогрну, ребята. Пипец просто, а. Это жестяк. Вот тебе и рискнули. Ну-ка, бык-то сделает его, нет? 60. Нет. Выжил он. Да ну нафиг, да какого леша? Что тут происходит-то вообще? Это все из-за бабки этой, блин, дуры. Она тут во всем виновата. Понахиляла тут всех, блин. Вот понятно, блин, короче, тут проиграл я, ребят. Ничего мне тут уже не поможет. Чертова бабка, блин. Все из-за нее. Ладно. И всего лишь-то на 300 силы. Да. Утешительный приз они, блин, дали мне. Ну все. Да если... Не знаю я. Не знаю я, как там надо было. Но я все равно буду пробовать. Вот этого будем. Золотой сундучок, я думаю, нам пригодится. Так, так. Так сделаем и Фогрна. Мне бы, конечно, бы прокачать, еще бы не помешало хорошенько Фогрна. До уровня там... До левела 25-30, да? И немножко его еще повысить по рангу. Было бы вообще просто замечательно. Че ты радуешься-то, Банни? Получи. Как тебе, нормаль? Я вижу, что тебе понравилось. Давайте вазаночкой. Вот так. Теперь давайте свинью. Вот он тут стоит. Типа не при делах. Ну что ты там своим подхилом? Ты думаешь, тебе поможет это? Ага, курица тут свою клетку выпускает. Ну, а мы все равно будем добивать свинью. Никуда она от нас не денется. Так, провокация. Что? Что? Что ты тут собираешься делать, а? Охламонка. Пенелопа. На! Не добили. Ну, сейчас Бернард сделает свое дело. Все же замечательно. Мы подхил сейчас делаем. Опять со своей кулинарией взялась. Дудки тебе. Все равно проиграешь. Плеточкой, на-ка, получи. А? Как тебе, нравится? И Фогрн ее разбирает окончательно. На, вазаночку получи. И... Нет, свинюшка, конечно, не сможет добить. А вот ковбой вполне. Конечно. Конечно. Ну-ка, еще раз промахнешься, нет? Ты смотри, а. Че, так и будем обмениваться ударами? Тогда вот так вот. Все, дорадовалась. Ух, первая победа. Но зато какая. Так, этот сундучок, естественно, мы сейчас с вами сюда назначаем. А что это такое? Я не понял, там закрыто, под замком. Это как это так понимать? Сундук под замком. Причем это мой, да? Ну-ка. Реванш. Слушайте, я не знаю, что такое реванш. И, честно говоря, не хочу делать. В прошлой игре я попробовал, и у меня, как обычно, лагануло, багануло, и мне пришлось перезаходить. Так,
Что тут такое? Забираем. Ну что же, у нас с вами еще три места есть. Ох ты, мы можем кого-то, видимо, поднять по рангу. И это у нас Фогорн или Даффи. Кого будем брать? Давайте, наверное, Фогорна. Острый глаз. Ладно. Так, что мы там с ним можем? Я уже забыл сделать. Магазин ящиков. Нет, нам это не надо. Давай вот так вот. Подожди. Так ведь на Фогорне же было, да? Или я путаю? Ага, конечно же путаю. Вот на ком мы можем сделать. Так. Неизбежность. Пассивный скилл. Эволюция 3. Ладно. Пускай будет неизбежность. Мы все равно от этого ничего не теряем. И у нас что-то тут... А, ну это все еще реванш. Так, ладно. Мы идем с вами продолжать опять делать очередной бой. И это будет, наверное... Давайте вот с этих ребят начнем. Почему бы и нет? Так, Бернардушка. Так. И давайте вот так вот. Мы все равно по силе должны его победить. Он нас превышает. Причем в разы. Ну что там, подготовка закончилась. И мы начинаем. Давайте вот с ковбоя обязательно. С него надо начинать. Опа-на, на 108. Ты смотри, что творит, а. А сколько его ударит? На 76. Слушай, ты не припухли, а? Давайте добивать ковбоя. Теперь сделаем подхил. Как ты доколупал меня уже, а, Банни, со своей взрывчаткой этой. Давайте теперь бойскаута брать. А? Как тебе? Понравилось? Я вижу, что понравилось. Угу, конечно. Вот уж дудки. Ты смотри. Все только на Фогорна и лезут. Получи. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Блин, зачем я это сделал, ребят? Это же провокация. То есть они сейчас будут атаковать его. Ой-ой-ой-ой-ой. Зря я так сделал. Необдуманный был ход. Повышение атаки. Интересно, успеем мы Банни разобрать или нет? Ага, он делает провокацию. Я и под хил-то потратил весь, к сожалению. Давай быком его. Да-да-да, к тебе подарок. Нет, ага. Ну, хоть хорошо так. 13, всего лишь-то 13. Фи. Да, я вот думаю, ребят, а может быть действительно мне какого-нибудь взять персонажа, у которого массовый есть удар? По взрывчатке или что? А у нас кто с взрывчаткой? Бандит, Банни. Курица, кстати, есть. Но они у меня все не прокачанные. Поэтому как бы... Не вижу особого смысла ее брать к себе в компашку. Но зато сундучок, как видите, мы выиграли. Так, давайте его обязательно назначим. Ну, давай охрану. Так, 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 сделаем. И сразу же, без всяких тут перерывов, идем опять же сюда. Так. И возьмем, наверное, с вами черный ящик. Давненько мы за него не дрались. Согласитесь. Так, нет, Бернард. Давай-ка я лучше. Слушай, я без Фогорна и без свиней никуда не могу ходить. Надо их раскачивать. Капитально причем. И мало того, что их раскачивать, нужно повышать в ранге и как-то для них карточки добывать. Согласитесь? Потому что... Если они у нас, как говорится, в основной... Так, тихо. В основной нашей компашке присутствуют, то без них нам никуда. Ну что же, ковбоя мы сделали. Так, давайте с Банни. Теперь... Ну что ты, Даффи, замедление свое делаешь, не поможет тебе. А может быть поможет? Да нет, конечно же нет. Так, Бакс Банни получил свое. Что он там, повышение атаки делает? А мы вот так сделаем. Ага. Смотри-ка, что делает.
Тогда будем из-под тишка нападать. И плеточкой. Живучий какой подхил теперь сделаем. Уклонение повысила. Ну, думаю, что это тебя не спасет. Дудки. Вот Фогр, на какой крепкий у него. Но мы все равно победили. Что, Бакс Банни, давай-ка вот так вот. Готов, хлопчик. У Даффи же повышенное уклонение. Поэтому мы его не смогли сейчас подбить. Так, давайте еще разочек дубиночкой. И плеточкой добьем. Все, победа за нами, ребят. 3 звезды, 3 билетика и молоко. Кстати, молоко нам нужно, вы помните, для следующего апа. Ну что же, давайте назначать его сюда. А разве я за этот ящик боролся? По-моему, за другой. Если я, конечно, что-то не путаю. Да не, не должен ее путать. Вроде мы за черный как бы хотели бороться, а мне почему-то достался такой. Ладно, хорошо, пускай будет такой. Сразу идем еще на один бой. Да, почему бы и нет? Так, давайте так сделаем, так. И вот так. Нет. Ну, хотя, в принципе, что Фогр? Попробуем так пройти. Вдруг у нас все получится. Ну, что вы там подготавливались? К чему? Ну, начнем мы, пожалуй, я даже не знаю с кого. Наверное, с Фогром все-таки. Хотя бабуля тоже раздражает, если честно. Так, и добиваем, наверное. Нет, не получилось. К сожалению, ну а сейчас-то все должно пройти удачно. Нормуль. Теперь вот можно бабулю и накумарить. Бернард, успокойся там давай. И этот еще тут своей полицейской дубинкой раздухарился, да, как говорится. Ну что ж, давайте тогда бабулечку добивать. Из-под тишка мой кошара, да, побеждает. И плеткой добиваем. Так, и, наверное, подхил. Да ну нафиг этот подхил, пока он здесь не актуален. Кошара, я думаю, у меня выдержит удар. Да-да-да, именно так оно и выходит. Ну, а Бернарду остается только сдаться. Все, сдавайся. Ты смотри. Ну, тогда свинья тебя добьет. Отлично. Так, 3 звезды. Что тут нам дают? 3 гидранта. И черный ящик. Сейф даже, я бы сказал. Так, назначаем его сюда. Это у нас банк пустыни. Так, так, так. И вот так. Все, шикандос. Ну что же, в принципе, ящиками мы полностью себя обложили. Так ведь? Да, именно так. 1, 2, 3, 4. Так, я вот теперь думаю, что мы будем крутить барабан или еще бой сделать нам. Сколько у нас тут бит? Ой. Хотя ладно, давайте сделаем еще один бой. Ого. Смотрите. Вот это герой, да? На-то. 4, 3, 3, 3. Ой, ужас какой-то. Давайте вот этого еще раз разберем с вами. И уже, наверное, будем крутить рулетку. Уж больно хочется новых персонажей. Ну, или хотя бы повысить их в ранге. Одну из двух. Ну-ка, 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 кто у нас вот? Вот этого, конечно же, ковбоя в первую очередь надо снять. Бум, на 105. Так, он еще вешает на себя провокацию, дурила. Ух ты, уклонился. Ну, так вот. И теперь, наверное, вот эту будем разбирать дачи. Кстати, он очень слабенький, всего лишь... Так, тихо, тихо, тихо. Баня, успокойся. И оглушил.
У него оглушение есть. Кстати, вот это вот оглушение, это очень хорошо. Иногда очень может пригодиться, когда надо кого-то вывести из строя именно этим скиллом. Ну, а так, если брать, то он, в принципе, и бесполезен. Ну что, давайте, наверное, мы здесь отхилимся, малек. Да, именно так мы сделаем. Оу, тихо, тихо. Кошара, почему ты у меня такой ватный, а? Хотя он у меня просто, наверное, и не раскачанный. В принципе-то, да? Бойскаут там. Поэтому его довольно легко и разбирают. Ладно, сейчас мы Даффи добьем. Тихо. Да ладно вам, блин, да что ж такое-то? Ну как так, ну? Да что ж за невезуха-то такая, а? Ну и так шел хорошо, и на тебе. Под конец получил подарочек. Ну что же, тогда давайте крутить с вами рулетку и смотреть, кто нам выпадет на этот раз. Сколько у нас билетиков? Так, это у нас будет пустыня. И билетов у нас 14. Поехали. Ага, койот. Ладушки. Теперь кто? Ух ты, шериф. Ладно, это тоже хорошо, в принципе. Сэм. Да, до Сэма там еще как до Китая. Опять койот. И опять Сэм. Что ж такое, так и будет сейчас. То койот, то Сэм, больше никого. Ну да. Вот как начнет на кого-то выпадать на одного. Так вот до конца рулетки. Нет, смотрите-ка. Дали утку. А сейчас 5 Сэма. Так, ну что, 6 еще вращений у нас есть. Опачки. Да ладно. Блин, ну почему не выпало 5, а? Кстати, вот здесь почему-то нету на рулетке. Он выпал чисто как-то случайно. Ай-яй-яй, как обидно. Ну-ка, да что ж такое-то? Ну, ах, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично, ребята, поздравляю. У нас появляется новый персонаж. Дорожный бегун его называют. Ну что ж, давайте активируем, посмотрим. Вот он, красавец. Дорожный бегун. Замечательно. Так, и что-то мы еще здесь могли сделать. Ага, домик для него, это сразу понятно. В пустыне. Вот он, гнездо дорожного бегуна. Давайте поставим вот сюда. Отлично. Да мы еще и уровень получили. 23. Вообще шикарно. Ну что же, заберем ежедневочку. Ну, как-то так, ребята. Ну что же, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого.